что ты правда не такой максимальный? Это нормально.
Ты смотришь, что бешон такой. Только в руки себе второго. Thank you.
блядь. Давай, Леха! Thank you.
это значит, что он будет класс. Thank you.
Кофе, проси за меня, блядь. Егор. Не холодно? Придурки вы просто придурки. Васёк, да ты придурок. Васёк. Дай сесть. Придурки. Пол, не могу забить. Васёк, не играй, подожди. Во, как в тот раз они могли проебать 6-0. Что так отделали? Фу. Латко, бля, потрой. Да, Я
сейчас первый раз комментатор заеду, блядь. Оператор, комментатор. А, то и тот, да. Андрюх, пиздец! Бля, выходи давай! Ну давай, быстрее, Андрей, кидай нахуй вещи! 8-0, проебывайте! Да? 8! Охуеть! Ты позор, реально! Где Федя? Скидывай клуб! Тебя Окта-3! Ну охуеть, ты что? Ай, ебать, здорово, нахуй! Давай нападение, Андрей, сразу! 3-1, ебать! 3-1, ебать! Ханова, парни! Давай! Ребят, подайте, пожалуйста! Главное лучше одежду! Десятый красавчик! Пацаны! Если еще нужен... Центр! Давай, друг, веру в тебя! Если они еще все эти пол сейчас пропустят, с 8 их, то это хора будет. Браво, бежит! Хоть убрать меня больше.
пох, какая разница, счет 10-0. Антон, ты заявляйся побыстрее. Меня удалили. Вот только что. Я сейчас с поля вышел. Так что мы тоже не успели играть. Надо счастье, счастье, чтобы приехать. Слушай, день рук, день рук. Ром, блядь! Красную вырежь, блядь. Пизда. Я тебе принесу. Это просто так глупо, блядь. У меня первая красная карточка за 3 сезона в матче, в который мы играем в меньшинстве со счетом 10-0, блядь. Не, ну ровно, это реально было жестко. Просто я, блядь, не хотел, но было жестко. Ну я, блядь, просто к мячу не успел. Ну да, но это красная, реально. Ну просто при счете 10-0 ни один нормальный судья. Любительский футбол на то он и любительский. Какая нахуй разница, если у нас нету дополнительных? Вот это же проблема наша. Мне интересно, я могу со спалом играть сейчас или нет? У нас вроде это тур, не следующий тур по календарю. Сколько осталось времени вообще? Ну, минуты две. Андрей, повыше играй, какая разница? Голов лучше, голов меньше. Но, если бы это произошло в первом тайме, там мы бы играли в шестером. Ну, возможно бы ты бы меня снимал. А, я бы, кстати, да, пошел на вышку бы снимать, а то что это? Ну, ты его просто хоть как-то... Слушай, а ты в следующих матчах не играешь? Ну, походу, я не знаю, если ты дурак узнал. Или у Митрофан. Где Митрофан? Где Женя? Ну, узнать, я могу в следующей игре играть или у меня дисквал? Я думаю, что он разрешит. Мне тоже кажется. Но мне нужно спросить, чтобы потом не было. Просто успало вообще 5 человек. Чего? То есть они сейчас 6-го где-нибудь с улицы, может, найдут, но типа. Мы будем. Это будет очень странная игра, потому что нас не хватает, их не хватает, блин. 7-6 будем играть, наверное. Слушай, победа пиздец. Конечно, нужна. Особенно после того, как 1-0 тут ебут, блядь. Не, у вас конкретно не попробовать. Ну, блядь, понятно. Ты попробуй выйти. Счет говорит об этом. Попробуй выйти 7 против 8 играть. Не, Ром, я ничего не говорю об этом. Ну, то, что нас ебут, это правда, да. Просто это было ожидаемо. Было ожидаемо такое? Караван, Сандрюк, выходи! Молодец, молодец, пойдет. Одно удачное действие. Не 6-0 оценка, за матч 6-1. Слушай, такой вопрос. Сколько... Сколько у меня сантиметров? Я знаю, что ты хуя мало. Охуел, что ли? Так вот почему я с Олей расстался. Потому что у меня был больше? Да, чем у меня. Первый тайм даже меньше. Хорош, Андрей! Уходишь я! Единственное, что умеет Андрей, это рукой мяч хорошо бросать, потому что я его хочу, как правильно делается. На самом деле, у Андрея уже сейва почти столько, сколько у меня будет. Два. Андрей, я сейчас...
Ну, не факт, конечно. А у тебя какой размер? 42. Нет. А что, ты хотел его предложить, Паша? Не, ну, Паша. Ой, забить! Чуть-чуть, Жай! Да-да-да. Нормально. Нормально, такой ход. Если что, ты в теории в этой хуйне моей можешь сыграть. Слышь, если ты не уйдешь. Да, вот с Финос, вот в этой сыграешь, если что. Самое главное, будьте, блядь. Выйди, Андрюх. Здорово, молодец! У меня так-то есть одежда, мне нужна только футболка и джинсы, все. Пал еще додержишь? А сейчас попросил, сейчас я как раз держу. Бля, как так? Бля, пальцы загнули. Молодец, алло! Хорош, Андрюх! Бля, ну а где это? Пашка, отлично! Отойди, а что ты? Что? Я говорю, что ты вот...